Спонсор выпуска — канал China Gadgets. Парень снимает отличное информативное видео в превосходном качестве. Лично рекомендую. Потратьте пару минут своего времени, и вы точно не пожалеете. Тут каждый найдет для себя что-то интересное. Подписывайтесь на канал, ссылка в описании. Ребята, всем здорово! Сегодня решил не показывать посылки с Китая, покажу завтра, так как больше и больше подписчиков ждут посылки от подписчиков, которые вы отправляете, и я решил сегодня вас в очередной раз порадовать, открыть и порадовать себя. Сегодня так интересненькие будут, я думаю, посылки, потому что все такие какие-то плоские, 1, 2 и 3. Три штуки сегодня откроем, решил вас порадовать, и, короче, давайте начинать. Первая посылка написана: на Китай рулит. Вот оно откуда пришло. Пришло из города Житомир. Прислал Олег Олегович Сережков. Давайте открывать, смотреть. Все плоские, знаете, вот такое ощущение, что там какие-то портреты или, не знаю, может, просто письма. Ну, короче, сейчас мы с вами распакуем и все это дело посмотрим. Так. Так. Аккуратненько. Ой, сколько здесь всего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там наклейки разные. Китай рулит, прости за не... Типа неразборчивые, но здесь что-то не по... Не знаю, какой-то почерк. Так, давайте смотреть. Привет, Игорь, меня зовут Олег Винвирус. Зинвирус, вроде так. Работаю на продаже автодеталей. Вот так вот. Так, здесь авто, поэтому свободного времени мало. Я с тобой примерно с 54-56 тысяч подписчиков, точное число не помню, раз 7 уже покупал товар, на который ты делал обзор, и остался доволен. Спасибо тебе. Смотрел очередной выпуск, услышал, что ты планируешь поменять стол и обстановку, вот решил тебе отправить свою задумку, может тебе понравится. Раньше, помнишь, мы, твои подписчики, видели это на твоем столе, вот и... ностальгия, наверное. Увлекаясь сайтостроением как хобби. Ссылочка пам-пам-пам, клуб пам-пам-пам. Всем спасибо и тебе, Игорь. А на плохие посылки не обращаю внимания. Это присылают, наверное, чтобы ты не расслаблялся. Все правильно? Или тонкий юмор, который много не понимают. Всем добра. Ссылку на группу, где парень занимается сайтостроением, оставлю в описании. Так. Картонка. Вот они, наклейки, прикольно, смотрите, сколько наклеек, ой-ой-ой-ой-ой. Здесь как бы наклеек обклеиться можно полностью. Так, это просто пленки, а это, наверное, не пленки, это сверху клеится. И Китай рулит, вот такие вот, смотрите. Ну да, можно вообще их применять. Ну не знаю, на стол я не хочу, наоборот. Хочу сделать такой более серьезный канал, а не когда вот этот кусок здесь наклеенный. Конечно, раньше это было круто, и я так выделялся, но потом просто я начал вот здесь вот вставлять надписи, в принципе. И в принципе все. Нормально, долбит нормально. Вот такая наклейка есть. Я думаю, применю все наклеечки эти. И... Так, здесь, ой-ой-ой, приклеилось, не надо, есть такое дело, вот так вот листочек такой, и вот, собственно, канал, если кто не знает или не знает, где оригинальный канал Китай рулит, вот так он выглядит, YouTube/user Китай рулит, все просто, вот так вот, спасибо большое, прикольно, здесь еще наклейки какие-то, а, ну и герб Украины. Вот такие тоже две наклейки есть. Так. Все, пусто. Спасибо большое. Наклейки — очень приятный бонус. Так. Дальше поехали. Прислал Кацюр Андрей Александрович из города Харьков. Из Харькова, кстати, вроде не приходили еще посылки. Сейчас мы распакуем это все и посмотрим, что там. Я так разрезаю мощно. Так, вижу желтый пакет. 100% какой-то канал или 100% кто-то заказывает из Китая. Потому что такие пакеты я вижу издалека. Ну и в принципе на почте всегда вижу свою кучу из желтых пакетов, белых пакетов, коробочков от подписчиков, которые вы присылаете. Так, видите, какие китайская упаковка? На два раза, можно еще раз запаковать. Так, давайте, наверное, вот так все сделаю. Пам. Пам-па-пам. Вот так.
Все, вроде все достал. Пусто. Так, это убираем в сторонку. Первое. Все, все понятно, понял, открываем. Первое, все, файлики упаковано, все красиво, все четко. Привет, Игорек, здорово! Начал смотреть тебя, когда у тебя было еще 50 тысяч подписчиков, и ты меня заинтересовал своим языком общения простым, вежливым и радостным. И непонятно, на каком языке разговариваю. До сих пор сам не определился. Вот решил написать тебе небольшое письмо. Немного расскажу тебе о себе. Я занимаюсь обзорами посылок из Китая, но снимаю даже обзоры на товар от 1 цента. Круто! И в данное хобби мне очень нравится, так как видео на канал выходит каждый день бесперерывно. Как начинал... Так многие меня отговаривали, что дальше будет тебе надоесть через один месяц. Ну да, так бывает, есть такие люди. Но я все равно стоял на своем, что у меня все выйдет, и слушал твои советы, которые мне помогают по сегодняшний день. Так как ты заложил меня в базу, как идеал, которым должен быть настоящий обзорщик канала, вежливым, уверенным в своих словах. И если сказал, что сделаешь, значит точно сделаешь. Классно, я читаю, так эмоционально, как будто сам. Такой, знаете, вот... Такое обращение. Мне очень нравится твой канал, интересный и увлекательный, а самое главное, несет пользу людям, донося информацию и точное описание каждого товара в целом. Желаю тебе процветания и побольше радостных дней и удовольствия от открывания каждой посылки. Твой новый друг Андрей Кельн. Ссылка на канал, ребята, будет в описании. Парень начинает, поддержите, посмотрите. Бывают начинающие каналы, которые очень крутые, у которых там 500 или 1000 подписчиков. Качество четкое, подборка четкая, разговаривать не как я, лучше. Ну, короче, снимаю то, что нужно. Поэтому ссылка будет в описании, перейдите, посмотрите. С этим мы разобрались, а вот это вот второе, сейчас мы это будем смотреть. Ребят, там нововведение, я сегодня в группе опубликовал то, что теперь не будет отдельно видеообзоров. В двух словах, я просто физически не успеваю. И, в принципе, повторю пост, который я написал ВКонтакте, то, что китайцы лупят каждый день новые смартфоны, планшеты, и вы это все хотите каждый день видеть, но я физически просто не успею протестировать все, что они выпускают, и все, что я заказываю, и все, что мне магазины еще отправляют, и все, что я заказываю через бесплатного посредника, поэтому теперь будут видеоролики информативные, они будут больше по времени, то есть, если пришел планшет или телефон, сразу распаковка, посмотрели, как он выглядит, и я ушел его тестировать, буквально сколько там, час, два, три, сколько мне нужно было, чтобы что-то будет понять, что это за устройство. Я возвращаюсь, снимаю продолжение, и вы видите это все в одном ролике, и мы делаем вывод, покупать этот смартфон или не покупать. И, короче, до свидания. Вот такие вот дела. Потому что, как видите, ну, очень все затянулось, и некоторые ждут смартфона по 3-4 месяца обзоров, я реально не успеваю. Вот такие вот нововведения. Поехали. Опа, часы. Супер часы. Супер часы, которых заказывали через бесплатного посредника. Только один заказал парень, их начали заказывать десятками. Такие часы можно купить за 50-60 центов. Они резиновые, одеваются вот так вот на руку. Не бойтесь, они не порвутся. И вы побежали или просто пошли. Аксессуары, унисекс и разных цветов смотрятся. Стоят дешево, информативность, практичность. Короче, крутые часы, спасибо. У меня где-то такие валяются на самом деле. Кто-то отправлял, но они никогда не будут лишними. Так, это что такое? Это какая-то наклейка? Или что это? Сейчас посмотрим. Я не знаю, что это, ребят. Это какая-то наклейка или... Напишите, если кто знает, или автор по ссылке, пусть напишет, что это такое. Так, убираем в сторонку. Здесь тоже какие-то наклейки такие. И наклейки или что? Прям такие ядовитые. Это тоже, я не знаю, что это. Скорее всего... Вы видите, я не знаю, каким цветом, на самом деле это ядовито-салатневый цвет. Просто софтбоксы это все, конечно, цвет этот осветляет. Ну, как-то вот так, очень ядовитый цвет, я не понимаю только, что это. Скорее всего, какая-то тоже наклейка. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Это у нас, короче, сопли, которые вытирают пыль по клавиатуре. Сейчас я вам открою. Очень популярная штука. Она на самом деле, я когда-то видел, ну, бестолковая вещь, если по-честному. Так, она одноразовая, ладно. Если мне прислали, значит, это мое. Спасибо большое автору по ссылке, что... Смотрите, как это выглядит. О, там такое, смотрите. Такие размазанные. Ну, сейчас мы достанем.
Ой, по ощущениям я вам скажу, ну так себе, так себе. Что это? Кто-то скажет. Ты что скажет это творишь? Зачем ты сопли достаешь из этого пакета? Не делай. Ребят, сейчас я вам все объясню. Здесь еще сопля. Сюда прилепить. Так, оно все отваливается. Это китайцы, это химия, ребята. Это такое нужно было додуматься. Ну вылазьте, вылазьте, сопли. Короче, это типа вытирать пыль. Оно потом вроде как под проточной водой все промывается. И, блин, упаковку не хочу, хотя... Что там это? Это же мне прислали. Что мы будем здесь? Вот так вот. Вот оно все. Собираем, собираем. И, в принципе, вот такая вот тема. Прикольная такая штука, необычные такие ощущения в руках. То есть, если у вас грязные руки, можете взять сразу помыть, слепить котлетку. Ну, в принципе, кто как использует, понимаете? Можно вот такое что-то сделать непонятное, короче. Вот, как здесь написано, это вытирается пыль. Что? Я думал, что это, подождите, я думал, это колесо от автомобиля и по нем вытирает. Но на самом деле нет, я сначала не понял, думаю, вообще офигеть. Ну вот, клавиатура, и вы типа разлаживаете это все вот так на кнопки, и оно собирает пыль у вас, потом вы это все убираете. Ну, на самом деле вы понимаете, да? Но чисто поиграться во всех интернет-магазинах есть, там стоит недорого, поэтому если кто хочет, закажите. У меня уже есть, мне заказывать не нужно. Спасибо! Та-дам! Есть такое дело. Так, с этой посылкой разобрались, едем дальше. Третья посылка. Вот такая здесь вообще картон по-любому. Прислали, прислал Ведерников Михаил Викторович. Просто Россия, Свердловская область, город Артемовский. Улица Гагарина. Если кому интересно, а дом я вам не скажу. 232 грамма, поехали. Так, главное, чтобы аккуратненько. Ух, как все упаковано, так круто-то. Опа, что ж это такое-то? Сейчас посмотрим. Ребят, реально хотел отдельный видеоролик сделать, прожать просто с того, сколько мне в день приходит сообщений. Игорь, дай свой адрес. Я хочу отправить тебе посылку. Игорь, а можно тебе отправить посылку? Игорь, дай свой адрес. Это, я вам скажу, 50% из тех, что я, видите, не могу отпустить. Из всех сообщений, 50%, которые я получаю за день, это вот такие вот сообщения. Ребят, под каждым видеороликом, если у кого есть желание, если кто, ну, прям не втерпёшь и хочет отправить посылку, там, не знаю, прорекламировать свой канал в худшем случае, в описании откройте, есть такая строчка, и там адрес для отправки посылки. Переходите в группе, и там есть, и для по Украине отправить, и как с России отправить. Просто заполняете на почте то, что там есть, и отправляете. И все, не нужно мне писать, не нужно у меня спрашивать, можно мне отправить или нельзя отправить. Конечно же, можно. Так, это у нас такая папочка здесь сделана. Здесь, может, просто письмо. Так, подождите. Прикольная такая упаковочка получилась. Привет, Игорь, меня зовут Михаил, мне 26 лет. Здорово, Михаил, я художник-самоучка. Ой, здесь что-то сейчас будет интересное. И тут ты, наверное, уже начинаешь догадываться, что лежит в посылке. Да-да-да, нет, это не твой портрет. Да как так? Он у тебя уже есть. Да, у меня есть, но я хочу еще. Я художник... Кто? Анималист? Так, это кто? Который рисуешь... А, рисуешь животных? И теперь ты уже, наверное, догадался, что я нарисовал лайка! Вот это крутяк! Решил разбавить продуктовый поток посылок. Спасибо большое! Рисунок выполнен сухой пастелью. По возможности руками поверхность рисунка не трогать. Как оформить работу, я написал на обратной стороне письма. Прочтешь без камеры. Надеюсь, лайк получился похожим, ведь
ведь фото с ним у тебя не так много, да и качество не очень. Поэтому пришлось импровизировать. Надеюсь, понравится. Сейчас посмотрим. У меня есть канал на YouTube. Там я выложил видео процесс рисования лайка. Лайк – звезда интернета. Лайк – звезда YouTube. Раньше была Люба, а сейчас лайк. Кому интересно, можете посмотреть и другие видео, как я рисую. В шапке канала можете найти ссылки на мои страницы. Там можете посмотреть другие мои работы. Ссылка будет в описании. Я как этот, здесь хорошо. Так, кдыш, ссылка будет в описании. Так, аккуратненько. Так. Хотел сказать, как жаль, что лайк не оценит это. Лайк только может оценить корм, игрушки. Ну, игрушки вы видели. Я, в принципе, наверное, постоянно буду делать, если кто... А, я уже вижу, какой крутяк. Какой крутяк! Вообще шикардос! Это очень круто! Так, руками нельзя трогать, да? Руками нельзя трогать. Сказал, что там написал... А, да, написал. Я понял. Написал, верхняя строчка должен храниться в файле. Я обязательно куплю рамку. И это очень круто. Ребят, лайк за лайк. Лайк за лайк. Это очень круто выглядит. И лайк пришел. Братан, тебе прислали, блин, пейзаж, хотел сказать. Тебя нарисовали, представляешь? Ну, он, в принципе, пришел с улицы, он сейчас немножко такой в этом, короче, адреналин у него. Огромное спасибо, блин, такие подарки, они просто бесценны. Лайк, 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 спасибо автору. И, в принципе, спасибо всем, кто отправил сегодня посылки. И спасибо всем, кто отправил уже посылки, но они еще едут. И у меня есть такие коробочки небольшие, которые в ближайшее время я вам покажу. То, что уже приехало. Всем спасибо, ребята. Все ссылки будут в описании на всех людей, которые прислали. Группы, YouTube-каналы, всех авторов ищите в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом с друзьями в ВК, потому что здесь лайк и по-другому нельзя. До новых встреч, ребятки. До завтра. Пока-пока.